Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли. Итак, сегодня я сделаю небольшой обзор, распаковка на... Ну, точнее, больше распаковку, чем полноценный обзор на один очень интересный девайс. Ну, о чем пойдет сегодня речь, наверняка вы поняли уже из названия. Итак, буквально минут 20 назад мне принесли вот эту посылочку. Выглядит она, ну, как вы можете видеть, довольно-таки компактной. Давайте я ее сейчас прям при вас вскрою, то есть она еще запечатана. Как бы для меня это будет сейчас тоже сюрприз. Я знаю, чего ожидать, но мне интересно самому, как же оно будет. Так. Так. Убираем все лишнее. Вот такой вот девайс у нас сегодня на обзоре. А это коврик от Thermarest Neo Air Uberlight. Это самый легкий коврик в мире. То есть самый легкий. При этом он имеет air value значительно, ну, такой нормальный. 2,3. Это значит, он трехсезонный, то есть весна, лето и осень. Ну, так как мотопутешествие подразумевает собой именно эти три времени года, я так подумал, это идеальный вариант именно для меня. Ребята, я сразу оговорюсь, это не про то, чтобы сэкономить деньги, это про то, чтобы сэкономить вес. То есть эта модель — это самый легкий коврик в мире. То есть по заявлениям он должен, его масса должна составить 250 грамм. Тут вот написано даже на упаковке. Так, давайте вскроем непосредственно сейчас коробочку, в которой он упакован, и посмотрим все-таки, как он выглядит. Так, странно, коврик вот как бы упакован, а к нему никаких мешочков я не вижу. Ну, может быть, мешочки будут внутри. Ну, давайте просто сейчас для того, чтобы вы имели представление, насколько он компактный. Вот у меня есть банка от кофе, 400 граммов кофе, да, нет, 100 граммов, вру, 100 граммов кофе. И вот как выглядит этот коврик. То есть он очень компактный. Есть точно так еще два старших брата у этого коврика. Но они уже более такие, можно сказать, зимние варианты. И они весят, масса их составляет, ну, около 500 граммов. Но там уже можно реально в экстремальной температуре зимой. А, вот, кстати, я вижу уже здесь надувалка. То есть надувалка здесь в качестве идет вот такого мешка. То есть это можно надувать его не ртом, а вот этим мешком. Ну, соответственно, без этой надувалки он станет еще меньше в размере. Давайте я сейчас его смотаю и положу вот непосредственно в чехольчик. То есть он реально очень маленький и очень легкий. Это прям божественно. Обалдеть. Так. Вот у него такой вот коврик. Конечно, в коврике он сейчас распушится. Ой, не в коврике, а в этом, в своем чехольчике. То есть, ну, вообще невесомый. То есть, прям красотища. Вот. То есть, вот моя ладошка, чтобы вы имели представление. Например, я вот сейчас покажу вам коврик, который у меня был до этого. Это Nature Hike, китайская фирма. То есть, это вот такой вот он. Вот так вот он выглядит. То есть такой вот длины, почти 30 сантиметров, ну и в диаметре. Давайте теперь сравним их, насколько они отличаются, да? То есть больше, чем в два раза. Этот весит где-то 500 грамм, этот весит 250 грамм. И смотрите, какой объем, то есть сколько экономим. Я еще раз говорю, ребята, это не про экономить деньги, это про экономить массу. Этот коврик стоил мне... Там со скидкой, по-моему, он был что-то 189 евро. Ну, у него так средняя цена 200 евро, плюс-минус. Так что он очень дорогой, адски дорогой. Это я не отрицаю, поэтому действительно это нужно хотеть. Я решил заморочиться и собрать себе легкоходную снарягу, так сказать, для мотопутешествий. Поэтому я сейчас как бы денег на это дело не жалею. Согласитесь, или иметь вот... такой вот в рюкзаке, или иметь какой-то большой коврик там в кофре где-то. То есть поэтому я хочу серией этих роликов вам доказать, что для того, чтобы качественно, полноценно путешествовать на мотоцикле, вам не нужна
не нужны огромные кофры. То есть можно обойтись ультралегкими, да, топовыми, да, дорогими девайсами, но вы можете путешествовать налегке и на любом мотоцикле. Вам не нужен гусь с тремя кофрами. Вам достаточно любой мотоцикл, на котором вам удобно и комфортно ездить. При этом его не надо обвешивать как верблюда. Вот это цель моего контента, чтобы вам это показать. Естественно, потом я его протестирую в деле, расскажу, насколько он там удобен или неудобен. Или даже на стриме сможете спросить, потому что я сегодня буду, наверное, скорее всего, спать на нем. Ну так, просто заценить вообще для себя, как это будет. А также вам хочу показать в этом видосе спальный мешок, который я купил. Nature Hike. Китайская фирма, это пуховый спальник. Масса его составляет 560 грамм, что ли. Комфортная температура 11 градусов должна быть. Тоже он легкий и очень маленький. Вот смотрите, да, опять же сравниваем этот коврик. Или сейчас вот давайте опять же с той же банкой. Ну да, в диаметре он немножко пошире. Но все равно, смотрите, вот это уже спальная система. То есть она не занимает много. Ее в рюкзак можно легко положить спокойно. И она не займет в рюкзаке много места. Вскоре мне придет также палатка, которая составляет, ну, по габаритам 30 на 11 сантиметров. Это тоже фигня. Поэтому, ребята, если вам интересно, подписывайтесь на канал и следите за моими видосами. То есть буду выкладывать видосы, точнее делать эти видосы по мере их поступления. Ну, по мере поступления девайсов. Потому что сейчас заказал в разных местах кое-что с Новой Зеландии, кое-что с Алиэкспресса. В общем... Да, и когда оно придет, неизвестно, учитывая сейчас ситуацию с этой сраной пандемией. Ну, собственно, сегодняшний обзорчик, это, ну, был распаковка, скажем, этого коврика. А все остальное потом, естественно, потом я его вам покажу когда-нибудь обязательно, расскажу, как он в деле. Так что, естественно, также можете писать комментарии, спрашивать меня в комментарии, допустим, через какое-то время, как там оно на нем спалось, удобно, неудобно, да, я вам с удовольствием отвечу после того, как я его протестирую. Сейчас я могу только догадываться и спекулировать, но я не хочу этим заниматься. Так что, вот такие вот дела. Ну, ребята, надеюсь, вас не утомило этим видосом. Еще раз говорю, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Вилли, увидимся, до новых встреч!